Стартовало юношеское первенство Севастополя по баскетболу. 22 ноября в спортивном комплексе «Мусон» прошло торжественное открытие городского турнира среди учеников 5-11 классов. В этом году в состязании участвуют 65 команд из 37 школ Севастополя. Парад участников открыл ежегодное первенство. Приветствовали команды генеральный директор публичного акционерного общества «Мусон» Владимир Плотко, исполнительный директор Олимпийского совета Севастополя Владимир Веселкин, а также заслуженный журналист Крыма Владимир Милянский. Почетные гости пожелали юношам удачи в матчах и честной борьбы. Завершил церемонию открытия красочный номер в исполнении юных гимнасток, воспитанниц, тренеров Юлии Соломатиной и Елены Пастух из спортивного клуба «Мусон». У нас есть такая традиция дарить в начале соревнований каждой команде по 10 мячей, поэтому в этом году мы подарили 650 мячей нашим ученикам. Баскетболисты к началу соревнований получили собственную спортивную форму. Все команды поделены на 4 группы. По итогам этапа лидеры будут сражаться за 1-4 места. Вторые номера за 5-8, а команды, выпавшие в нижнюю сетку, за 9-12 место. Участники стадии плей-офф определятся 12 декабря, а через 1,5 недели состоится финал состязаний. Все игры будут проходить на площадках спортивного комплекса «Мусон». 21 декабря состоится церемония награждения участников первенства Севастополя по баскетболу.